Че, утро уже, что ли? Полвосьмого. Ты спи, спи. А ты чего вскочил-то? Знаешь, какая-то ерунда приснилась. Сама не спишь, и другим не даешь. Иду. А у Машки сегодня утренник. Вчера так поздно легла, а сегодня ни свет, ни заря встала. Ты придешь? Там посмотрим. Мама! На праздник опоздаю. Я в первой паре. Сколько? Ну, не волнуйся, моя дорогая. Не волнуйся. Он медведь, а если опоздаю, с медведем поставят Ленку Брыкину. Не опоздаешь, не волнуйся. Миша, ну-ка просыпайся. Доброе утро, доброе утро. Ну что, одеваемся? Мам, где мой рюкзак? Ну, а где ты его бросил? Я не помню. Ну, я тем более не помню. А никто не видел моих ключей, а? Никто не видел мой рюкзак. Господи. А это что такое? Миш, вот это что такое, а? Ну, на кого ты похож, а? Ну, на кого? Я весь в папу. Если ты все будешь бросать, я тебя укушу, понял? А если ты будешь все бросать, я тебя тем более укушу. Ну, кусай. Ну-ка, дай я тебе помогу, а то мы опоздаем. Мам, нам никак нельзя опоздать. Я в первой паре, а если мы опоздаем... Я знаю, то с медведем поставят Ленку Брыкину. Миш, ты где, Миш? Я зубья чищу. Не зубья, а зубы. Оль! А что там с балансом, ты успеешь, нет? Да все в порядке, успеваю. Стас, ты мама, вчера на работу ходил? Мама, мне там налила... А черт его знает. Понятно. Алло. Миша, а, здорово. Мишка, отдай, отстань от меня. Нет, у нас все хоккей, все в порядке. Ну, Мишка, да мы все успеваем, Мишка, у меня жена, ты бухгалтер. Меня. Ну и что? Маш, давай доедай быстрее. А он что? На улицу отстань пойдем. Отстань от меня, Мишка. Вы это, тише, папа по телефону разговаривает. Маш, давай быстрее, доедай. Понятно. Да-да. Серег, ну давно пора. Да я и сам. Не было. А к тебе приезжали? Когда? И чё? Идите. Давайте, идите. Вы уже опаздываете. Особенно те, кто с медведем в первой паре. Так, давай. Мишка, я тебе всё положила. За Машей присмотри. Мы сейчас с папой выйдем. Миша, понял? Понял. Ну ладно, Серёг, я подумаю. Ну все, пока. Оля! Да где же ключи-то, ну? Я нашла, Стас, ключи. Тебе поисковой собакой работать. Точно. Ну, чего ты стоишь там? Давай, одевайся, мы опаздываем. Чего ты? Вот это что? Тебе купил. О. Не? Ну да. Я же ногти не крашу. И губы тоже. Причем с ногти и губы, Стас? Я у тебя это в кармане нашла. Я же тебе говорю, тебе купил в подарок. Ты мне раньше никогда не покупал. А сейчас купил. Че, плохой что ли? Кристиан Диор, между прочим. Да, правильно. Вообще, говорят, очень хорошая штука. Ну, я не знаю, я в этих ваших бабских делах ничего не понимаю. А зачем тогда купил? Ну, говорю же, подарок. Полдня искал, полдня весь город перерыл. Стас, ну я полезла в карман и увидела... Ну,
Что я могла подумать? Зачем ты вообще по карманам лазишь? Вот я не понимаю. Ну как, я же ключи твои искала. Ну, нашла и спасибо. Ну что, ну неужели я не могу хоть раз в жизни, ну два раза, ладно, сделать жене подарок? Ну что ты прямо, ну весь сюрприз испортила, ну ей-богу, ну я не знаю. Стас, Стас, ну прости меня. Я полгорода оббегал, искал, как я не знаю кто, всех на уши поднял. И главное, с утра с претензиями, а? Это ж надо! Стас, ну извини, я же, ну у меня чуть сердце не оборвалось, когда я увидела. Ну, прости меня. Спасибо тебе. Да не за что. Стас, ну прости. Да что прости, прости. Я в следующий раз вообще так буду прятать, что никогда в жизни не найдешь. Стас, ну прости, ну все. Ну ладно, все, одеваться-то будешь? Да. Ну давай. Люблю тебя. Решка. Миша, Маша, ну-ка давайте скорее. Орел, 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 орел. Ну-ка, орел, давай, сюда. Орел, сюда. Орел. Маша, орел, давай. Орел. Ну, тихо ты. Ну, садитесь. Ну, папа опаздывает. Давай быстренько. Так, Миша, давай. Миша! А? Миш, веди себя, пожалуйста, прилично в школе. Я тебя умоляю, не рассказывай папе на никто. А почему в классе все смеются? Класс смеется, а я плачу. Ты лучше не плачь, мам. Ты тоже смейся. Ладно, хорошо. Не надо меня обсуждать, пожалуйста. Мы тебя сейчас завезем в сад. Костюм Вере Федоровне я уже отдала. Ты уедешь, да, мам? Ну, у меня работа, дорогая моя. Но я успею, я приеду к тебе на праздник. А если не успеешь, тогда все пропало. Нет, ну что ты, я успею, вы еще успеете прорепетировать с Верой Федоровной. Я обязательно приеду. Папа приедет? Пап, ты приедешь? Папа? Должен приехать. Папа постарается. Ну что ты еле-еле едешь? Марья Гавриловна, здрасте. Оленька. Я вам купила траксивозин вчера, как и обещала. Так, сейчас. Оленька, здравствуй. Привет, Паш. Оля. Ау. Я сегодня того этого, кофе купил. Чего? Кофе купил, буду в клуб вступать. Какой еще клуб? Не ходи, Пашка, в этот клуб, всю получку промотаешь. Да свой клуб, кофейный. Ты ж кофе варишь-то. Ну да, варю, ну. Ну, я, значит, и купил, чтобы ты, когда варила, чтобы меня тоже как-нибудь при случае пригласила. Паш, ну ведь я тебя все время приглашаю. Приглашаю, приглашаю. Ну вот я и купил кофе. Ну. Ну. Ну давай, ставь кофеварку. Ну я сейчас туда-обратно, туда-сюда и приду пить. Ну давай. А ты сегодня красивая. Ой, не могу. Ой, баламут. Ну как всегда, впрочем. Давай беги. Оль. Ау. А я не возьму. Марья Гавриловна, я вас умоляю. Возьмите и намажьте себя. Вы мажете там каким-то салом, там еще чем мажете? Очень дорого. Я вот лучше сальце приложу. Да горчичкой помажу. Вот вы понимаете, вы мажете, ничего не помогает. Ну не помогает же? Так намажьте этим, может пройдет. Все, Марья Гавриловна, берите и не думайте. Спасибо, благодетельница бросьте, наша. Бросьте, бросьте. О, Господи, дай Бог, что все прошло бы хорошо. Тамара Павловна? Ой, чего вы все время пугаетесь? А что? Да я вот думаю, если вы в той комнате, может, чайник поставите? Я уже поставила. Вы во сколько сегодня уезжаете? Да я прямо сейчас и уезжаю. У меня же сегодня у Машки утренник. Прелесть, девочка. Ангел Божий. Ой, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Скажите, а Стаса вы не видели? В гаражах. А, я вот думаю, пойдет он или нет. Далеко? Да на утренник. Так, чай я не успеваю. Пожалуйста, Тамара Павловна, размножьте, ладно?
Это кто? Это кто к нам пожаловал? А я не знаю, это уже во второй раз. А первый когда был? Вчера или третьего дня. Странно, Стас ничего не говорил. А чего ему говорить, когда нечего говорить? Все, Тамарья убежала, а то я опаздываю. Ага. Вам кого, парни? Хозяин. Извините, вы что, по делу, да? Мы-то? Мы по делу. Нам хозяина. Вот Стас, хозяин. Стас, я побежала, да, у Машки утренник. Я пойду. Стас, позвони мне потом, слышишь? Иди. Ну что, надумал? Подарил. Хорошо, когда муж богат и беззаботлив. Повезло. Да я вообще везучая. Григорий Матвеевич! О, Оленька! Здравствуйте! Очень рад! Я очень, очень рад! Очень! Что-то давно не звонили. Да я замоталась, простите меня. Да, одна вы ведь у меня, Оленька. Остались, одна остались. Да и вы у меня один тоже. Мама как умерла, так только вы остались. Ну да, да, как супруг, ребята. Они у меня все молодцы. Ну, каков поп, таков и приход. То есть, не поп, конечно, а вы, Оленька. Рисуете? Редко, Григорий Матвеевич. Да мне некогда. Работа к свекрови. Вот я фотографирую. Ну, это хорошо. Только мало. Мало, Оленька. Вы талант. Отговариваетесь. Ой, да какой талант 100 лет назад это было, вы все вспоминаете. Талант-то уже не остался. Оленька, вы у меня лучшая ученица. Да, ничего из меня не вышло. Боже мой, что она говорит, а? Что она говорит? Ничего не вышло. Девочка, сколько вам лет? 20, 30? 34. А, младенец, ребенок. Ничего из нее не вышло. Мне 80 скоро. А я все еще надеюсь. А? Мечтал стать новым передвижником. Как Василий Иванович Суриков. Из Москвы сюда приехал. Стал учителем рисования, а все еще надеюсь. А вы девчонка. Да, и рукой махнули. Девчонка моя Машка, а не я, Григорий Матвеевич. Вот пусть она и рисует. Да, пробует. Не рисовать, танцевать. А, вот как. Побегу я, Григорий Матвеевич, что-то я сегодня нервничаю. Пора мне. От нервов надежнейшие и вернейшие средства валериана. Попробуйте. Хорошо, я обязательно попробую. Побегу я. Да, да, конечно, конечно. Старики болтливые и надоедливые. Я вам позвоню обязательно. До свидания. Честь имею кланяться. Привет супругу. Да-да. Оля, привет. Привет. Ну чего? Чего? Садись, подвезу. Не надо. Ну что, так и будем передвигаться? Так и будем. Давай, садись, поехали.
Нет, что ты хочешь от меня, я не понимаю. Просто подвезти хочу. Тебе домой или в контору? Домой. Мить, я прошу тебя. Проси, проси. Я Стасу пожалуюсь. Ну а что ты ему скажешь? Он меня подвозил? Так, что ли? Да, преследовал. Следил, как я ехала на работу. Но у нас в городе две дороги. Все друг за другом по ними ездим. Митя, не хочу тебя видеть. А я тебя хочу. Так, все, открывай. Открывай. Вот еще. Открывай, я тебе говорю. Оль, да подожди ты! Ты же друг Стаса! Ты же с ним всю армию пропахал! Ты же у нас свидетелем на свадьбе был! Ну почему ты ведешь себя как свинья? А я-то еще в поросятах хожу. Я ведь не понимаю твоих намеков. Все, я ухожу. Нет, а почему ты не спросишь, кто тогда свинья? Я ничего не хочу знать. Боишься? Ничего не боюсь. Боишься. Боишься и прячешься, как африканская птица страус. Сам-то африканская птица страус, ты лучше бы помог Стасу. А что с ним? Я не знаю. Сегодня приезжали какие-то машины. Тамар говорит, что это уже не в первый раз. Ты же знаешь все ходы, все выходы. Сам разберется, не маленький. Ты же друг. Я? Да, я друг. Пожалуйста, не преследуй меня больше. Если Стас увидит, беда будет. Она и так будет. Что? Беда. Чего ты не спишь? Ну что так долго? Ну так. Есть будешь? Нет, я поел. Слушай, а кто это приезжал, а? Кто? Ну, на работу. Так. Никто. У тебя неприятности, Стас? Вот, они говорят, либо объединяйся с Васиным, либо мы тебя закроем. А Васин это мэр, да? Какой мэр? Бери выше. Васин Евгений Иванович губернатор. А Колька его сын. Так вот этот Колька всех ремонтеров по области держит. А папашка его, конечно, прикрывает. Сволочь. Ну, а ты? А что я? Что, мне под них идти, что ли? Это мое дело, понимаешь? Мое. Наше. Ну, наше. А что делать, а? Тебе ничего не делать, а я погляжу. Ой, Стас, они так от тебя не отстанут. Ой, все ты знаешь. Надо с батей поговорить. Его в городе уважают. Да батя что, он шофером работал? Ну, возил начальников. Да разве начальники станут помогать?
шоферу. А что? А что шофер? Шофер, между прочим, первый человек. И Васину Сашу он возил. Но когда это было? 100 лет назад. А у тебя другие предложения? Ну, я не знаю. Может, с Митькой поговорить? Слушай, он такой шустрый. Ты помнишь, у него 3 года назад была история, помнишь? Это история-то с бандитами была. Это же другое дело совсем. Так теперь все эти бандиты, они депутаты. Все вон городские начальники. Может, поговоришь, а? Ладно, поговорю. Только круче Колькиного батьки все равно никого нет. Ой, знать бы раньше. И что? Соломки подстелил бы. Ладно. Давай спать. А что ты меня караулишь, а? Давно обложилась. Стас, а ты меня любишь? Конечно, люблю. А ты рад, что у нас семья? Конечно, рад. Здрасте. Здравствуйте. А что здесь такое происходит? Проверка. Какая проверка? Обыкновенная. А вы, дамочка, кто будете? Хозяйка? Нет, мой муж хозяин. Я главный бухгалтер. Очень хорошо, что вы бухгалтер. Нам как раз нужна отчетность за прошлый месяц. Пройдите туда. Там уже ждут. А где за прошлый месяц отчетность? А, я не знаю. Сейчас хозяева придут, и они все вам скажут. А? Ключи от сейфа у кого? Ну, я же вам говорю, я ничего не знаю. Ой, вот хозяйка. Вот она все скажет, все покажет, а я ничего не знаю. А что происходит такое? Проверка. А. Да вы, дамочка, не беспокойтесь. Что в сейфе? В сейфе? Да-да-да, в сейфе. Что? Ну, как что? Деньги. Бумаги, ведомость на зарплату, а что? Вы кто будете? Хозяйка? Да нет, я не хозяйка, мой муж хозяин, а я главный бухгалтер. Вот и хорошо, что бухгалтер. Нам как раз ведомости нужны. Как вас звать? Громова Ольга Михайловна. Вы знаете, муж сейчас поехал в мэрию, поэтому... Да мы без него как-нибудь. А... Ну, давайте, показывайте нам ведомости. А, давайте. Сейчас, я вот только позвоню. А вот звонить... Никуда не надо. Ничего не знаю, но все санитарные нормы нарушены. Да их даже в роддоме нарушают. А у меня гараж. В роддоме. В роддоме нормы и в гараже нормы. Извольте соблюдать. И как же их соблюдать-то, если... А по закону. По закону. Ага. Есть нормы, есть работа. Нет норм, нет работы. Актик составили? Работать я запрещаю. Ой. А как мне прикажете не работать? Не знаю. Это ваше дело. Свое я уже сделал. Да-да, Светлана Петровна. Ну что, как там ребята-то? От анекдотов до неприличных песен, понятно. Да не обращайте внимания. Ой, да все плохо. Проверка за проверкой. Одна хуже другой. Ну кто, и налоговые, и пожарники, и санэпидемстанция, да кто угодно. Нет, я не знаю, что делать. На Стасе просто лица нет. Ой, я вам потом перезвоню, хорошо? Угу. Ольга Михайловна. Да? Поговорить бы нам. О чем? Об общих делах. О каких делах? Я вас первый раз вижу. Ольга Михайловна, вы женщина умная во всех отношениях.
Вразумите мужа. Что? Ну, нехорошо в самом деле. Ему уважаемые люди сделали хорошее предложение, а он ведет себя неправильно, неразумно. Я не понимаю, о чем вы говорите. Да бросьте вы, Ольга Михайловна. Мы же с вами все знаем. Просто вы должны понять, что если он не согласится, то плохо не только ему будет. У вас же семья, дети. У вас же есть дети, правильно? Дети? Ну да. Чудные такие малышки. И вы их очень любите. А вы знаете, мы тоже очень любим детей, а, Чапа? А скажи, Чапа, хочешь ли ты, чтобы твои дети остались сиротами? Не-а. Не-а. А скажи, Чап, хочешь ты, чтобы твои дети отвечали за твои ошибки? А я ошибок не допускаю. Молодец, молодца. Вот видите, Ольга Михайловна, он никогда не допускает ошибок. Зато с его детьми все в порядке. Так что если ваш муж согласится, и с вашими будет все в порядке. Вы не посмеете. Ольга Михайловна, такой замечательный, такой чудный, домашний мальчик Миша. И девочка, конечно, тоже. Вы это, поберегите их. Угу. Да, да, да. Ольга Михайловна, а теперь бегите. Бегите, бегите. Небось, заждалась Машенька-то. Стась, ты? Стасик. Господи. Господи, боже мой, что? Что это? Что случилось? Что это? Мамочка. Все те же. Мамочка. Стас, ну говори, что произошло. Я так думаю, что это был предупредительный выстрел. В тебя что, стреляли? Нет, что ты. Все хорошо. Нет. Стас, так нельзя. Нужно обратиться в милицию. Слышишь меня? Нужно. Ну что ты смеешься? Ну что? Да то, что меня как раз менты-то и отколошматили. Как? За что? Паспорт я в конторе забыл. Только за ворота вышел, а они тут как тут. Иди сюда, показывай прописку. А то мы по твоей роже видим, что ты как есть беглый террорист с Кавказа. Я говорю, да вот, ну вот же прописка моя, в конторе, на работе. А они меня в зубы и в обезьянник. Ой, видать, этот Колька шутить не любит, как и папашка его. Стасик, ну неужели, ну неужели нет никакой силы против твоего этого Кольки? Ну какая сила, ну какая сила? Он же на принцип пошел. Теперь надо думать, как бы без башки не остаться. Сила, сила знаешь у кого? У кого власть в руках? А у меня какая власть? Сейчас я приду. Подожди. Спасибо. Ой, господи, что ж делать, а? Не знаю. А где дети? Ну, я же их к твоей маме отвезла на время. А может, заплатить кому-нибудь, а? Кому заплатить? Всем, что ли? Да и не берет никто, сволочи.
указания, наверное, получили. Стасенька, может, черт с ним, а? Пойдем к этому твоему Кольке, скажем, что мы согласны и... Ну, не погибать же, а? Да я лучше в тьму таракань не уеду, чем с этой паскудой работать. Это мое дело, понимаешь, мое. Я из-за него не жрал, не спал, вкалывал по 20 часов. Мое оно, не Колькино. Да не даст он тебе работать. Дело наше закрыл. Тебя уже избили. А мне знаешь, что сказали? Да дело закрыл. Олечка, это еще полбеды. Уголовное дело возбуждают. Какое? Какое уголовное дело? Почему? Из-за чего? Найдут из-за чего. В общем, закатают меня по полной программе. Не хотел говорить, да... Все равно узнаешь. Все узнают. Я не понимаю. Господи, за что нам это, а? Ну за что? Какое уголовное дело? Да обычное. Которое неизвестно, с чего начинается, зато известно, чем заканчивается. Небо в клеточку, дружбаны в полосочку, а на вышке комсорг с автоматом. Но я не понимаю, мы же ничего такого не делаем. Мы все такое. Что? Да, алло. Я хочу предупредить тебя. Кто там? А? Кто? Да не знаю. Ну, наверное, кто-то ошибся. Ты же знаешь, у нас ведь нельзя так, чтобы ни одного закона не нарушить. Только в гробу лежать законно. А я, видишь, зарплаты черным налом платил, квитанции на ремонт не выписывал, и сортир у нас, тьфу ты, господи, этот кассовый аппарат в кладовке. Ну, я же тебе говорила про этот кассовый аппарат. Ну, конечно, конечно, ты все знаешь лучше всех. Ну, не кассовый аппарат, ну еще бы до чего, все равно бы докопались. Сортир у нас не так стоит. Больно. Не трогай. Ладно, все. Не от меня. Стас. Стас, не смей, слышь, так говорить. Стас, не смей, нет. Стас. Не плачь, маленькая. Если я под суд пойду, меня по полной программе закатают. Ты же знаешь, как у нас любят тех, кто сам деньги зарабатывает и ни у кого не просит. Ни пощады, ни снисхождения не жди. Стасенька, Стас, ну что же делать, а? Оленька, я не знаю. Но только если меня посадят, то это как пить дать надолго. Я же ведь не бедная овечка, не смышленыш. Я же предприниматель, кровопийца. Да меня любой судья судит. А, уже, считай, судил. Стас, ну, должен же быть какой-то выход. Ну, должен какой, быть. Какой выход? Какой выход? Неужели ты не понимаешь, что машина уже запущена? Им теперь нужно кого-нибудь обязательно посадить. Нет, я могу, конечно, на кого-нибудь свалить.
Но мне не на кого. Да. В общем, влипли мы с тобой. То есть я, конечно. Тюрьмы-то. Что? Или так? Прости, прощай, вся любовь. Да нет, я, конечно, понимаю, кому нужен муж с уголовным прошлым. Ты что, с ума сошел, Стас? Ты что? Да ничего я не сошел. Кому я нужен? Кто за меня горой будет стоять? Ведь никто же. Я буду. А что толку? Что толку? Я же люблю тебя. Я для тебя все, что хочешь, слышишь? Я все, что хочешь. Ничего я уже не хочу. О, Господи, мечтал же, ведь заживем, как люди. На курорты заграничные будем ездить, на море. Участок купим. Дом построим, цветов насажаем. Стас, а что, если я? Что ты? Ну, если я возьму на себя вину, ну, скажу, что ты ничего не знал, что все бумаги, все дела на мне. Я ж бухгалтер. Ну, все-все, все кассовые аппараты, зарплаты черным налом. А? Меня же пожалеют. Как ты думаешь? Ну, мне же много не дадут. Да тебе больше 2 лет... Не дадут, конечно. А даже если по-хорошему, то и вообще отпустят. Ты ж мать. У тебя ж детей 2. Угу. Да даже если по-плохому, все равно больше 2 не дадут. Угу. А там амнистия? Угу. Все дела, и ты дома. Угу. Амнистия? Ну да. Понимаешь, маленький, мы либо вдвоем выплывем, либо вдвоем потонем. А по-другому никак не получается. Не получается. Никак. Это трудно, я понимаю. Или ты, может, так, в горячке, для красного словца? Все, мол, для тебя сделаю. Так ты скажи... Я сам пойду на 5 лет, на 10. Только бы у вас все было хорошо. Ты что, с ума сошел? Ты меня прости, я просто испугалась. Знаешь, Григорий Матвеевич, ну, все знакомые, они будут знать, что я в тюрьме, да? Ой, втравил я вас в историю. Работал бы на заводе, горе бы не знал. Господи, Стас, да ты ж так хотел иметь свое дело. Ты так любишь свои машины, ты просто с ума по ним сходишь. Господи, как я тебя уважаю, какой ты молодец, Стас. Ты, как я тебя люблю, я тебя так ценю. Был молодец, да весь вышел. Ну. Вот все закончится, поедем с тобой на море, отдыхать. Куда ты там хотел? В Турцию, в Грецию? В Грецию. Я такой красивый фильм видела. Про Грецию так красиво. Ну, значит, в Грецию. Возьмем ребят, поедем. Там хорошо, там море, там тепло. Нам бы только сейчас устоять. Устоим. Мы же уже все решили, да? Угу. Мы все решили. Да я бы тут без тебя и не смогла, понимаешь? Ни по делам, никак не смогла. Мы все решили. Все решили.
Художница ты моя. Именем Российской Федерации судья Андреев Михаил Юрьевич с участием государственного обвинителя прокуратуры, советника юстиции Григорьева Игоря Петровича, назвали подсудимую Ольгу Михайловну, защитника Андреева Олега Ивановича, представившего номер и ордер при секретаре Ивановой Анне Александровне. Рассмотрев уголовное дело, меня именовала Ольга Михайловна совершенно признать виновной Громову Ольгу Михайловну в совершении преступления, предусмотренной статьей 199, и назначить наказание сроком лишения свободы на 2 года в исправительно-трудовой колонии общего режима. Меру пресечения оставить без изменений. Ты не волнуйся. Ты куда? Все, Оленька, ты Оленька. Слышишь меня? Оля, Оленька. Ты слышишь? Ну вот здесь вот точно должно быть вписано, понимаешь? Если не будет, то куда мне потом это все обращаться и девать? Ой, ты суп не выключил. А он мне, да я и не видал, что он кипит. Давай, проходи сюда. Давай-ка, проходи туда, проходи. Ну и чё? Ну, выкипел весь. А кастрюля сгорела. Ну, я ему говорю, покупай новую. Студень, в чем я буду варить? Ты же как ты варишь, его рассказывай. Ну, варю, как все варят. Покупаю бульонку, режу морковку, картошку туда брошу. Смотри, а это ревет. Ой, корова. Ой, поди в первый раз. Разуй глаза и смотри на меня. Ну точно, первый раз они все нежные такие. Так. Что ты ползешь еле-еле? Следующий. Давай, давай. Давай, открывай рот пошире. А ты и шевелитесь, шевелитесь. Ой, что вы как вареные куры. Следующий. Быстро, быстро! Ну, ой, ну. Корова! Ах ты, ой, корова! Ну, сейчас будешь ты мыть, языком вылизывать весь пол. Иди, следующий! Двигаемся! Двигаемся, расписываемся, сдаем! Ну, смотри, ну, ты меня внимательно. Пошли, я для вас. Да оставьте, пошли там у меня. Мать и отец, и брат, и сестра. О, Клуша! Здорово, Витя. Проходи. Здорово, Стас. А заходите, я не могу. Не торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не торопись, прямо в сердце льется розовый рассвет. Ночь уходит без следа, тая навсегда. Я нарисую мир таким, каким люблю. А на белом праздничном снегу рябин зарю, когда прозрачна, как слеза небес вода. Ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда.
Я нарисую мир таким, каким люблю. На белом праздничном снегу рябин зарю. Когда прозрачно, как слеза, небесная.